Всем привет! Это видео будет адресовано в первую очередь плосковерам и другим альтернативщикам. Вы замечали, что давно топчетесь на месте. Снова и снова пытаетесь приводить так называемые аргументы в пользу плоской земли, которые уже давно опровергнуты. Я решил немного расшевелить ваше тухлое болото и подкинуть вам несколько свежих идей. Для вас наверняка не секрет, что в мире есть множество явлений, которые никак не вяжутся с вашей моделью мира. А если говорить прямо, полностью ее опровергают. Это такие гвозди в крышку гроба плоской земли. Вы их старательно избегаете, но пока вы с ними не разберетесь, плоская земля мертва. И я подумал, хватит ходить вокруг да около. Вы хотите раз навсегда доказать всем, что земля плоская? Хорошо, я предоставлю вам эту возможность. Я пришел к вам с уникальным предложением, которого до меня вам еще никто не делал. Я объявляю челлендж. Челлендж заключается в следующем. Я задам вам три вопроса. И первый, кто на них ответит, получит от меня денежное вознаграждение. Вопросы будут заданы исключительно в рамках модели плоской Земли, о которой вы знаете все, ну или думаете, что знаете. Вы сможете своим ответом доказать, что эти явления не противоречат плоской Земле, и она и все еще имеет право на жизнь. Награда, скажем, по 10 тысяч российских рублей за каждый ответ. Итого целых 30 тысяч рублей всего за 3 ответа. Это не шутка, это не пранк, это реальный шанс доказать всем, что Земля плоская, и заработать на этом деньги. Можете считать это видео официальным заявлением со всеми юридическими последствиями. Как вам такое предложение? Принимаете его? Если принимаете, смотрите дальше. Если не принимаете, ставьте дизлайк и катитесь в сторону края вашей плоской земли. Итак, в первую очередь, правила челленджа. Первое. Как я уже сказал, деньги получит только первый, ответивший на все три вопроса. Второе. Засчитываются только ответы, подкрепленные проверяемыми доказательствами и непротиворечивыми аргументами и фактами, то есть нельзя в качестве пруфа использовать утверждение или явление, которое само по себе не доказано. Иными словами, если ваш так называемый пруф можно без потери смысла заменить, например, фразой «это все из-за розовых единорогов», он засчитан не будет. Или доказывайте существование розовых единорогов, или придумайте другие аргументы. Непротиворечивость означает, что любые доказательства, на которые вы ссылаетесь, не должны противоречить не только друг другу, но и другим наблюдениям из нашего реального мира. Надеюсь, смысл вам понятен. Третье. Никаких встречных вопросов в мой адрес. Никаких. Вообще. Представьте, что вы разговариваете с телевизором. Никаких уточнений и дополнений тоже не будет. Максимум, что я отвечу, засчитан ответ или нет. И если нет, почему ответ не был засчитан? Четвертое. В дополнение к предыдущему. Никаких просьб в стиле «сначала объясни, как это может быть на шаре». Во-первых, мой ответ вам все равно не поможет. Во-вторых, попытки опровергнуть официальную версию ни на миллиметр не приблизит вас к вашему ответу. В-третьих, Google в помощь, как говорится, вся информация в открытом доступе, в том числе и на моем канале. Пятое. Ответ принимается в любом формате. Главное, чтобы он отвечал всем требованиям, сказанным ранее. Это может быть комментарий, цитата, видео или ссылка на ресурс с точным указанием, где находится точный ответ. Я не горю желанием пересматривать 5-часовые видео или читать целиком какую-то книгу ради пары предложений. По той же причине ответ в стиле «все уже давно объяснили, ищи в гугле» не будет засчитан. Шестое. Вы можете кооперироваться между собой и подавать ответы от группы, но деньги все равно получит только один участник. Седьмое. Челлендж не ограничен по времени, правда, я не обещаю, что через продолжительное время, скажем, через год, я буду читать комментарии под этим видео, так что не затягивайте с ответом. А теперь перейдем непосредственно к самим вопросам. Итак, вопрос первый. Если Земля плоская и стационарная, то есть не вращается, то каким образом работает такой прибор, как гирокомпас или гирокомпас, кому как удобнее? Напомню, это относительно простой механический прибор, построенный на основе трехстепенного гироскопа, способны непрерывно показывать направление на истинный, то есть географический полюс. Уточню, никакого отношения к магнитному компасу он не имеет. В целом его конструкция и принцип работы говорит о том, что на плоской Земле он не может работать в принципе. Особо дотошным предлагаю собрать и проверить прибор самостоятельно, это несложно. Второй вопрос. Если гравитации не существует, то каким образом работает гравитометр или гравиметр, и как с его помощью проводят гравиразведку? Напомню, гравитометр – это сверхточный измеритель ускорения свободного падения в заданной точке. Его основное назначение – поиск неоднородности глубоко под землей, по слабому изменению вертикального вектора гравитационного поля вблизи пустот или массивных объектов, скрытых под поверхностью. Если хотите проверить прибор в действии, арендуйте его или напроситесь в бригаду геолого-разведчиков. И, наконец, третий вопрос. Как вы объясните либрацию Луны в рамках модели плоской Земли, а также величину и направление этой самой либрации? Напомню в двух словах.
Либрация – это видимое колебание Луны, которое наблюдатель может увидеть, находясь на поверхности Земли. Это колебание связано с формой орбиты Луны, наклоном оси вращения Луны и суточным вращением Земли. Подробности ищите в официальных источниках. А также сами лично наблюдайте за Луной. Итак, все вопросы озвучены, и теперь ход за вами. Хотел было сказать удачи, но не скажу. Она здесь вам все равно не поможет. В общем, альтернативщики, с вас ответ или дизлайк. Сторонники официальной модели, с вас посильная помощь в распространении этого видео среди альтернативщиков, а также умеренное и вежливое присутствие в комментариях под этим видео. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.